Примерно 8 часов вечера на пульт 102 поступило малоожидаемое сообщение. Мужчина взял в заложницы женщину и угрожает ей ножом. Произошло все это на улице Дэн Сяопина, 23, в одной из столовых Бишкека. На место инцидента прибыли сотрудники УПСМ, опергруппа и начальник ГУМ-5 Эркин Джанбаев, который в дальнейшем и проводил переговоры с вооруженным мужчиной. Захват заложников у нас не часто бывает, во-первых, и это серьезное преступление, тяжкое преступление, в связи с чем руководство, вся руководство Первомайского района выехало на место. И в том числе я выехал. Ну, это как так, как это обслуживаемая территория нашего ГУМа, и первыми мы туда выехали. Подполковник милиции вспоминает, что мужчина держал девушку, угрожая ножом и никого не пуская внутрь. Джанбаев сразу же заметил, что заложница ранена и истекает кровью. Предполагая такой ход дела, сотрудники милиции вызвали скорую сразу же, как получили вызов на пульт. Он был в таком состоянии, вообще неадекватном состоянии. Он требовал только то, чтобы все ушли. Я ему пытался объяснить. Сейчас это пока еще не поздно. Нож поставь, мы вдвоем выйдем, ничего такого не будет. Мотивом стали сложные взаимоотношения у пары. Со слов знакомых пострадавшей стало известно, что она скрывалась от мужчины. Попытка уговорить нападавшего не возымела эффекта. Тогда, подобравшись к нему поближе, Джанбаев отвлек его внимание, схватился за лезвие и выхватил нож. Задержанного доставили в УВД. Девушку сразу же доставили в больницу, поскольку напавший успел ранить ее в шею. В сегодняшний день состояние ее остается крайне тяжелое. Давление поддерживается лекарствами. Она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Сознание коматозное. Все необходимое лечение получает, но делать какие-то прогнозы еще рановато. В Главном управлении внутренних дел Бишкека рассказали, что задержанный мужчина водворен в ИВС ГУВД. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство» Уголовного кодекса Кыргызской республики. Анастасия Канкудра, Ташмурзаев, 5 канал.